Добрый вечер, Бессарабка. Очень рад находиться у вас сегодня в гостях. Первым указом президента распустить этот коррумпированный парламент, который сегодня превратился в публичный дом. Ни в Басарабяске, ни в других районах страны нам не нужны районы администрации. Это сотни миллионов лей, которые должны уйти в развитие каждого города и каждого села. Без плана модернизации Молдовы мы не сможем решить проблемы ни сельского хозяйства, ни экономики, ни модернизации транспорта. Я, как примар Бельца, это единственная должность, которая у меня была в течение всех этих лет, показал, как по-настоящему нужно бороться с коррупцией. Сегодня Бельская мэрия является самой прозрачной в стране, 4-й год подряд. У нас по-другому оказывается помощь пенсионерам и малоимущим. Мной было потрачено персональных денег на оказание помощи разным районам страны за эти годы 55 миллионов лей. Это деньги, которые я задекларировал, заработал. Сегодня, если не появятся заводы и соответственные рабочие места, ни в одном районе страны не будет денег, ни на достойные пенсии. У нас ничего не будет. Голосуйте, как подсказывает вам ваше сердце. Голосуйте за кого угодно, просто не голосуйте, пожалуйста, за кульки, за тех, кто участвовал в контрабанде сигарет, кто пилил все эти годы железную дорогу на металлолом и так далее. За коррупцию срок от 15 лет до пожизненного. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер 1 в избирательном бюллетене.